На территорию России госинспекторами Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора не допущено к ввозу 5 товарных партий зараженных овощей, зелени и фруктов из Грузии и Ирана, общий объем которых составил 73 тонны. Инфицированная продукция, салат айсберг, свежий перец и слива были обнаружены на складе временного хранения «Виадук» Магарамкентского района. Основанием для задержания стало заключение дагестанского филиала ФГБУ в НИКР, который подтвердил факт выявления карантинных вредных объектов – это западный цветночный трипс, персиковая плодожорка и восточная плодожорка. В отношении растениеводческой продукции принято решение о возврате грузов в страну экспортеров. Работа по выявлению и пресечению ввоза небезопасной растительной продукции проводится в рамках реализации политики обеспечения фитосанитарного благополучия России и снижения риска проникновения опасных вредителей, сорняков и болезней растений на ее территорию. Отметим, что всего Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора за прошлый месяц проконтролирован ввоз около 14 тысяч тонн свежих овощей и фруктов.